Всем привет, чувачки, с вами Алл Скал. И сегодня у нас реакция. В прошлый раз вам понравилась почему-то странно реакция на шортс, поэтому сегодня я буду снимать еще. Посмотрим, какие видосы сюда публикуют. Вроде бы. Постепенно там что-то интересное появляется, и это уже выглядит немножко лучше лайка и почти ТикТок. Поэтому погнали смотреть, что вообще выкладывают в шортсах. Так, у меня тут почему-то шортс думает, что мне очень интересный Роблокс прям. У меня тут один Роблокс. Эй, Вадим, чел, надеюсь, толкатерс. Нет, спасибо. Ты что, вы погадать? Вызвать? Потом он возвращается через 10 лет. А, он уже, типа, уже крутой, типа. А потом они едут на машине, а он бедный. И они такие, подвезти малой. Ну, типа, такой скетч, знаете, типа, богатые люди стали через 10 лет, а потом карма. Жизнь вот так вот складывается, ребята. Эй, красивый. Красивый? Я думал, что... Внешность поменял, забыл всё. Она была гадалкой! Вот это скетчи выросли на новый уровень. Мать, которая тебя в детдом стала, нашёл. Её убил. Других убил. Засыпай. Забывай. Я вот в шоке. Вот из-за этого такие сериалы пилят. iPhone 14 Pro Max против Galaxy S22 Ultra. Ой, обожаю такие видосы. Всегда меряется зумом, говоря, что вот у iPhone камера плохая. А вот у Android 100x зум. Ничего, я вам сейчас покажу, как на iPhone показывает. Сейчас я вам приближу, сейчас. Ну чё? Говорите, iPhone фигня, да? А ваш Android так может? Только что сфоткал. Это так странно меряется зумами. Кому нужен вообще зум 50x или 100x? Я даже трехкратным зумом не пользуюсь никогда. У меня есть умная зарядка Бобик, которая сама ищет розетку в доме. Если все увидят, то просто офигеют. 500 тысяч лайков. А ваши зарядки так тоже умеют. 500 тысяч лайков, серьезно. 500 тысяч. Так. По-моему, в Ютубе свои тренды какие-то. Контент, конечно, в YouTube Shorts. Почти лайки, я бы сказал. Но чуть качественнее, потому что тут как бы еще западные видосы тоже выкладываются. Вот. Чисто я. Когда? Всегда. Каждые полчаса или каждые полтора часа поесть надо. Грустно. И посмотрим. А в чем прикол? Типа просто поздали анимацию Роблокса. Мне, кстати, интересно, как эту анимацию вообще делают. Это ж так круто выглядит. Это реакция в Роблоксе на какой-то видос, а я реагирую на этот видос. Капец, как вы это все делаете? Я не понимаю. Это так прикольно выглядит. Либо где-то есть шаблоны в 3D, чтобы они просто потом на гринскрине это все вырезали. Либо я не понимаю, потому что реально прикольно. Это секретная дверь, чаптер 3. Чаптер 3 еще не вышел, насколько я знаю. Ну, когда я записываю, чаптера 3 еще нет. Что за секретная дверь? Выглядит очень круто, но в то же время... Нет, это же было уже. Это все... Не-не. По-моему, это не секретка, по-моему, это просто кто-то перепрошил игру, я не знаю, как это правильно сказать. Типа просто взял комнату, переделал, и все. Роблокс анимация. А вот это очень круто выглядит. Он ее выбросил в окно, типа, блин, круто. Я не знаю, кто такие анимации делает, но вот американцы очень круто делают эти анимации. Типа, реально классно выглядит. Какие-то даже концепты рожают. И хочется смотреть из-за того, что... А вдруг разработчики сделают такую штуку, и типа, вау, будет тоже круто. Ну, YouTube Shorts думает, что мне очень интересен Роблокс. Зайка. 2000 IQ. Я чувствую себя школьником, который такой... Как интересно, до конца досмотрим. Я реально смотрю такой, блин, прикольно, красиво. И мне хочется до конца смотреть такие видосы. Анимация реально крутая, очень. Она выглядит прям, как будто это мультик какой-то полноценный. Круто. Так, давайте немножко Роблокса пролистаем, чтобы мне Роблокс больше не рекомендовал. Просто пролистаем всю ленту. YouTube реально мне слишком много предлагает Роблокса. Что, если нам позавтракать какашкой? Да, я тоже хочу какашку. Будет вам какашка. Попробуйте какашку. 5 котов. Чего? 127 тысяч лайков. Для меня лайки на ютубе это очень много. Типа, значит, знаете, типа, лайки в тиктоке 127 тысяч. Ну, типа, ну, лайки в тиктоке. Лайки. И лайки в ютубе 127 тысяч лайков. Мне на самом популярном видосе. Вот сколько у меня там лайков? 10 миллионов просмотров. 236 тысяч лайков. 236 всего. 127 тысяч лайков. 236. Почему вот это так много лайков собирает? Я тоже хочу много лайков. Если вы еще не поставили лайк, обязательно поставьте лайк под это видео. И если вы
еще не подписаны, подпишитесь на канал, потому что мы идем к 5 миллионам, и мы будем рады вас видеть в нашем комьюнити, семья, family. Так что даю вам 5 секунд, чтобы вы подписались, спуститесь под видео и подпишитесь. Раз, два, серьезно, это время для подписки. 3, 4, 5. Спасибо большое, если ты подписался и лайк поставил. За лайк вообще отдельно спасибо, то 127 тысяч лайков. Давайте мы наберем под этим роликом 127 тысяч лайков. Блин, какой крутой скин. Я хочу себе тоже скины такие крутые. Project Playtime — это реально офигенная игра. Я не знаю, мне капец как зашла. Я радовался как ребенок. Новый сикер против старого сикера. Ну, старый сикер реально круглое пятно какое-то. Тут было очень круто. Но новая анимация мне очень нравится. Они сделали прям реально очень хорошо. И в этот раз страшнее становится. Он как будто реально у тебя за пазухой где-то там бежит. Обожаю Пиано Тайлз. Или что это? Стоп, это не Пиано Тайлз. Это же обучалки, типа, как играть на пианино. Всегда такой... She says she wanna dance, but she don't know how to move. А что это за игра такая? Это же VR-овская. Я хочу поиграть, она выглядит как-то... Я в нее не видел ни разу. Какая-то новая, видимо, либо обнова вышла. Прикольно, надо поиграть. У, бомжи, сериалы. Даже пэтов норм нет, боже. Лина, помоги, пожалуйста, меня обижать. Сериалы в Роблокс, это что-то новенькое. Говорит, что я бомжиха без пэтов. Что мне делать? А ты подписана на меня? Конечно, подписана, я смотрю каждое твое видео. Это байт на подписку! Меня забайтили! Вау, спасибо большое! Пойдем покажем твоего нового пэта той девочке. Завидуй, простушка! Амабич! Боже. Ну тут больше кликбейт, типа, да, чтобы подписались, типа, и лайк поставили, ты так что-то такое. Но сериалы в Roblox, это надо открыть эту нишу, я хочу в рекомендацию. А это очень мило. Это мы с Настей подписчиком помогаем тоже в VR. Видишь подписчика? Да. А видишь там кольцо? Он там может, видишь, да, кольцо? Да. Трехочковый. Сколько же стоят скины популярных роблоксеров? Давайте посмотрим, сколько мой стоит. Я же популярный роблоксер. Вроде бы у меня очень много просмотров. Не так много человек, у которых много так просмотров, как у меня. Сколько стоит мой шмот в роблокс? Эту куртку мне муж купил. Бесценно. Денег не надо. Тоже бесценно. А что, деньги не будет показывать? Сколько рука стоит? Бесплатно. Лицо. Бесплатно. В общем, скин стоит бесценно. Мне кажется, я потратил на него 200 роблоксов. Ну-ка, а сколько вот популярные роблоксеры тратят на свои скины? Сегодня это у нас будет Роблокс Квин. Роблокс Квин. Это же вот это вот. Бананас, иди. Или я ошибаюсь? Сумка 900, волосы 130, лицо 140 тысяч. Цены на эту кофту сказать не могу, так как она запрещена. Чупик 15, итог 141 тысяча 50 робаксов. 141 тысяча робаксов, сколько это будет в деньгах? Вот берем по подписке 25 тысяч умножить на 200. То есть получается 140 тысяч делим на 25 тысяч и умножаем на 200. 1120 долларов! С ума сошли, скин в Роблоксе? Шарахнулись, что ли? 200 робуксов, вот. Вот это тоже 200 робуксов где-то стоит. Квинка, слоумо. А меня YouTube подслушивает, что ли? Я только пошутил про Квинка, слоумо. Что? А ты не знаешь, как тут игру Роблокс скачать? Нет. Не знаю. Ну ладно, мило. Что-то у меня одна фигня началась в рекомендациях. Либо Роблокс какой-то неинтересный, либо какие-то вырезки, либо американские тиктоки, которые как бы, ну я уже видел. Почему это так мило? В YouTube Shorts очень много милых видосов, что я заметил. Там котиков показывают, мультики всякие. Прикольно. Ой, прикольно. Уезжаем. Сериал какой-то. Ютуб сериал уже по-другому выглядит. А, он всех сбил. Горит, о боже. Крош, мне тебя жаль. Почему жаль? Крик. Кого-то убили, было их четверо вроде бы. 4 пацана. Опа-на, убили Пина. Так, Савуня, где бараш? Я не знаю. Что это за сериалы такие? 62 тысячи лайков. 62 тысячи. Убили Савунью, капец. Какого? На этом 62 тысячи лайков, ребята. Мне стыдно, что вы не можете набрать так много лайков. Почему? Почему вы не ставите лайки вообще? Я смотрю, вот на этом PNG-шки просто двигаются. Даже нет анимации, просто... Может тоже такое снимать? Вы хотя бы лайкать будете? Выходим через окно опять.
смотреть сериалы, что ли? 70 тысяч лайков. Я надеюсь, тут хотя бы достойно. Все на подоконник залезли. Лосяш хочет всех убить. Уезжаем. Почему это вообще заходит? Почему тут так много просмотров по-любому? Вот наш дом. А, тут была эта серия до. Они заехали в этот дом. Идем пока в комнату. Идут в комнату. Вау. Вау. А где же сынка? У Кроша есть сын. Ого, Крошек, уходим отсюда, хорошо. Серьезно, есть Крошек? Дети, мне надо уехать. Сиди на кровати и никому не открывай. Тут целый сериал. Я понял, почему это заходит. Тут третья часть уже. Почему это вообще существует? А на вашем сервере есть пульт от ядерки? Хороший вопрос. Что? К сожалению, нет. Пульта от ядерки у нас нет. Но зато... У вас будет все. Деньги, тёлки, тачки, админки, хуинки, пулинки, все. Это лучшая реклама сервера, которую я видел. Можете забрать на это. Да ты тоже. А на чем я там остановилась? А, да, но зато на нашем сервере есть пульт от доставки пиццы, который мы используем для вызова подкрепления, когда игроки сильно проголодались от долгих поисков алмазов. Просто дайте мне уже пульт от ядерки, блядь! Понятно. В комментариях попросили меня рассказать, как получить крест в Дорс. Это тот крест, который сгоняет всяких монстров. Что? Даже этого чувака можно загнать? Который за тобой бежит, его можно загнать крестом? Нужно собирать монетки до уровня с библиотекой. После него вас ждет магазин, где вы... Я думал, будет какое-то секретное место, типа, где можно будет достать крест. Ну да, после 50-го можно купить за монетки крест, ну кто не знал. В протяжении игры ищите такие обычные двери. За ними должны стоять сундуки, если вам, конечно, повезет, в которых вы сможете найти этот крест. Мне ни разу в сундуке. Сколько я играл, ни разу в сундуке не попался крест. Я не верю в этот способ. Интересные факты о пчелах Майнкрафт. Я не понял, ты мальчик или девочка говорит. Опять у меня сериал с криповой музыкой. Мое детство, лайк, если смотрел эти мультики. Йоу, давайте. Смешарики, да, я помню, когда я играл в игры по смешарикам. Барбоскины мне никогда не нравились, к сожалению. Не смотрел, это что такое? И это ни разу не смотрел, это что-то на новом. Это что-то на нестарческом. Тоже ни разу не видел, это что за вообще такое? О, да, Лунтик. Я помню, как у меня сестра смотрела Лунтика, и я называл ее отсталой. Ну, типа, потому что мультик для детей, но я же не думал, что, типа, ну, ей 10 лет было, она как бы еще ребенок была. И было интересно, я такой, отсталой. Ну, погоди, ну, это смотрели все. Это тоже что-то непонятное. Боже, откуда так много мультиков? А это я пропустил. Хотя это в моем детстве все пацаны смотрели. И вот это я любил. Вот это классно. На зарядочку встаем, сальто делаем на кровати. За этот сериал лайк. Я обожал его. О, как красиво нарисовано. Слушайте, реально круто нарисовано. Очень. Я не знаю, кто это анимировал. Скорее всего, это перевыложено как-то. Но вау, это очень круто выглядит. Просто пофиг на сюжет, очень красиво изображено, мне очень нравится. Стилистика прям вау. Классная анимация, очень круто. Я тут даже лайк поставлю, это реально заслуживает лайк, это круто. Это чё за топы нафиг? Осуждаю. Это ж лишь бы сейчас в рекомендациях дальше не крутилось. О, вот это тоже прикольная анимация. Это рисует один и тот же человек, либо перекладывает один и тот же человек. Очень круто. Я так обожаю этого черного чувака. В голове звучало лучше. Черный чувак. Поппи Playtime. Вот, вот он. Вот, вот, вот. Он такой стилевый. У него рот внутри. Он прям очень страшно выглядит. Если Хагиваги, он реально выглядит как, ну, типа, мило немножко. Ну да, чуть-чуть страшно. То этот чувак, ну это просто. Я хочу реально какую-то красивую игрушку его. Это прям вот по типу такой, только, ну, блин, тоже не сильно красиво. Мне зашел прям, я не знаю, это прям как неистово, прям. А, хочу! Потом, если куплю, обязательно вам покажу, потому что похвастаюсь. Какую вафельку хочешь? Молочную или молочную? Мои уши просто вышли с чатом, почему это так неприятно? С орешками. Давай с орешками. Это еще чувак общается с девушкой. С орешками, да. Это было неожиданно. Да. А, просто молочную. Нет. Хорошо. Я вообще-то с орешками хотела. Почему это смешно? Ну, 75 тысяч лайков, я еще понимаю, почему. Сай. Нет. Ты что, всю скушал? Я не ел ничего. Ты не оставил. Хуй тебе. Осуждаю. Сериалы Бравл Старс теперь. Что будет, если зайти в Бравл Старс в 3 часа ночи? Ты умрешь. Вот такая вот тайна. Крош, надо разобрать продукты. Опять у меня сериал. Да хватит. О, это я. Хорошенький. Как же будет наоборот? Тынь-тынь-тынь, жарим картошку.
Уксатвак мрашный. Хватит на сегодня. Я так подумал, типа, ну, есть видосы, после которых, ну, такой, типа, на сегодня хватит. В общем, если вам понравился видос, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, хотите ли вы еще реакции на шорт. Всем удачи, всем пока. 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 Я как Человек-паук.